Привет! Как дела? Сегодня я расскажу вам о том, что можно сделать 25 декабря, когда весь Лондон спит, не летают ни самолеты, не ходят ни поезда, не ездят автобусы, и абсолютно весь город вымер. Итак, 25 декабря в 9 часов утра в Гайд-парке на озере Серпентин состоится мероприятие под названием Питер Пен Рейс. То есть заплыв Питера Пэна. Я называю это мероприятие Серпентин Рейс или Крисмас Рейс, где люди, натренированные люди, в основном это люди из плавательного клуба Серпентин, так он так и называется по названию озера в Гайд-парке, принимают участие в рождественском заплыве на дистанции, по-моему, там 200 метров, что-то типа того. То есть они плывут из точки А в точку Б, в шапках Санта-Клауса, в купальниках Санта-Клауса. В общем, наряженные в честь Рождества, и наверняка это все-таки относится к благотворительной акции. Но такие заплывы очень популярны по Европе и в Америке. Часто такие фотографии можно увидеть сегодня, в Рождество, там, в Лос-Анджелесе проплыли люди там где-то там, в Нью-Йорке или еще где-то. Но в основном это плывут в морях. А вот тут озеро. В зимнее время температура воды составляет 4 градуса, где-то я читала, и люди реально закаленные только могут плавать там. Вы можете прийти только посмотреть, никто вас до воды не допустит. Никаким способом вы не можете плавать, пока вы не будете натренированным к этому событию. Как я узнала об этом мероприятии? Мне поступил заказ от моего агентства Alami, тогда я еще работала продвинутым репортером, то есть тогда еще не было кучи фрилансеров, и меня продвигали в новостные СМИ. И так как я работала из Лондона, я зарегистрирована в Лондоне в агентстве Alami, и они видели мой адрес, который находился в Кенсингтоне. Кенсингтон находится недалеко от Гайд-парка, и я могу дойти туда пешком, потому что в рождественский день ни один вид транспорта не работает, даже такси очень редко можно встретить. Все улицы пустые, машин практически нет, люди в основном передвигаются на велосипедах, и то очень редко можно увидеть даже людей. В рождественский день все сидят дома со своей семьей и отмечают этот праздник. Ну а нам-то, русским, что делать в этот день? Об этом я расскажу тоже в ближайшем ролике. Что я делаю в рождественский день, куда я езжу, какие события происходят и какие у нас личные семейные традиции возникают, так как делать нечего, а приходится чем-то заниматься. И вот, так как мне заказали это событие отснять, и с надеждой, что я продам какие-то фотографии, а делать в Рождество мне нечего, почему и не сходить? В 9 утра я уже не сплю, я встаю где-то в 6-7 часов утра, к 9, ну это час ходьбы, то есть в 8 выйти, в 9 отснять, в 10 прийти домой и отправить. Сходила я туда, было очень интересно. Люди приходят посмотреть и поддержать своих родственников, которые принимают участие в этом заплыве. Приходят с собачками наряженных, Санта-Клаусов. Очень интересно просто даже посмотреть. И вот как они ныряют в эту воду. Это, наверное, самое сложное из всего этого события. Спуститься с этого мостика и поплыть. А вот как это происходит. Thank you.
И, значит, люди гребут, кто там даже не на время, не на какое-то, кто первый, кто второй, не на позицию, а просто главное проплыть. И вот они проплывают, и еще самым сложным, наверное, моментом этого рейса, этого заплыва, рейс — это заплыв переводится, ну или за забег, или заезд, в общем, рейс, гонка, это выстоять очередь, чтобы выйти по специально отведенному бортику, иначе там илистая такая поверхность. Кстати, в этом озере можно купаться летом, об этом я тоже расскажу. Зайти, и вот пока все заходят потихонечку, потому что боятся поскользнуться и упасть, остальные стоят в очереди и ждут. И вот именно этот момент просто стояния. Ладно, пока ты там плывешь, гребешь, ты можешь, ну, ты согреваешься изнутри, а вот просто стоять — это сложно, конечно. Но зато, когда они выходят, им всем сразу вручают бокал вина для сугрева, и они, кто-то фотографирует, позируется перед фотографами, а кто-то сразу накидывает тулупчик. Шубы встречаются очень редко в Англии. Ну и о шубах я тоже попозже расскажу. Вообще о зиме, о Рождестве слушайте в моих будущих роликах. Очень много всяких интересных особенностей в этой стране происходит именно вот в Рождество и в Новый год. И вот так вот, по-моему, в 2017 году я сходила, отсняла это событие и отправила бегом-бегом на Алами. После чего, буквально на следующий день, мне приходит сообщение от Алами, что ваш материал был продан в газету The Sun. Я так, ну ладно, хорошо, все-таки хоть что-то, но заработала за рождественский день. А потом мне пришло 40 фунтов за этот репортаж, ну, что неплохо. В Рождество и чем-то занялась, и что-то подработала. Надо сказать, что для меня репортаж — это больше как хобби, как способ куда-то сходить, что-то посмотреть и как-то развлечься, как-то занять свое свободное время. Но плюс еще к этому капает какая-то денежка, что для студента, для студенческой жизни очень даже неплохо. Пока на этом все. Если вам заняться нечем, приходите в это Рождество в 9 часов утра. И смотрите, как это делают закаленные люди, как они окунаются в воду и плывут в заплыве Санта-Клауса.